активизирует воображение. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Звук «В» указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук «Г» указывает на стремление к знанию и к тайнам жизни. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. У обладателя, согласно «Л» в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Покорить обладателя этого имени можно только делом, а не страстными обещаниями. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Увлечения чаще всего простираются в творческой сфере, так как обладатели буквы «В» в этом имени не склонны к подъемам по карьерной лестнице. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Этим людям не хватает выдержки и терпения. Они стремятся достичь результатов немедленно. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Владелец этого имени должен стремиться к тому, чтобы стать смелым и свободным от внешних факторов влияния. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Склонность жить прошлым, апатия, обособленность от всего окружающего, страх перед малейшим риском, перед любыми переменами, а часто равнодушие к противоположному полу. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.